Тема нашего сегодняшнего урока – начало Великой Отечественной войны. Много веков из поколения в поколение на Востоке передавалась легенда о том, что открытие саркофага Тимура, мавзолея Гур-Эмир, разбудит дух завоевателя и обернется Великой войной. В феврале 1941 года известный советский антрополог Герасимов начал раскопки в мавзолее. Трудно поверить в совпадение, но 21 июня 1941 года саркофаг был открыт, а 22 июня началась Великая Отечественная война. Еще вчера текла спокойная мирная жизнь. Великая Отечественная война длилась 4 страшных года, 1418 дней и ночей. В полдень 22 июня 1941 года было обнародовано правительственное сообщение. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. В соответствии с планом Барбаросса предполагалось, что вооруженные силы СССР будут разгромлены в результате успешного наступления трех группировок немецких войск. Группе армий «Центр» ставилась задача ликвидировать советские войска в Беларуси. Группа армий «Юг» должна была нанести удар в направлении Киева. Группа армий «Север» должна была наступать в Прибалтике и захватить Ленинград. Начальник генерального штаба сухопутных немецких войск Франц Гальдер утверждал, русский офицерский корпус исключительно плох. Он производит худшее впечатление, чем в 1933 году. России потребуется 20 лет, пока она достигнет прежней высоты. Соотношение вооруженных сил Германии и Советского Союза в июне 1941 года было следующим. Обратите внимание на слайд. Красная армия на начальном этапе войны терпела поражение. Я предлагаю вам сейчас обратиться к странице 162 учебника и указать причины поражения Красной армии на начальном этапе войны. Давайте сейчас сравним ответы. Обратите внимание на первые оборонительные мероприятия, проведенные в Советском Союзе летом 1941 года. Сверим наши ответы. В первые недели войны скорость продвижения немцев по советской территории была 20-30 км в сутки. Затем немецкое наступление замедлилось, потому что встречало достойное сопротивление. Начало перелому в войне было положено битвой за Москву, которая длилась 30 сентября 1941 до 20 апреля 1942 года. 5 декабря 1941 года советские войска под командованием Жукова и Конева перешли в контрнаступление. Это было первое крупное поражение фашистов.
Победа под Москвой подняла международный авторитет СССР и ускорила создание антигитлеровской коалиции – союза государств, боровшихся с фашистской Германией и ее союзниками. Создание антигитлеровской коалиции прошло несколько этапов. Началось сотрудничество с соглашения о совместных военных действиях в войне против Германии, подписанном 12 июля 1941 года между СССР и Англией. А сейчас, проработав материал на странице 164, давайте продолжим заполнение таблицы создания антигитлеровской коалиции. Сверим наши ответы. Не достигнув успеха на московском направлении, Гитлер предпринял наступление на южном. И летом 1942 года гитлеровские войска заняли Донбасс, правобережье Дона и вышли к главному Кавказскому хребту. 28 июля 1942 года Сталин издал приказ номер 227 «Ни шагу назад». На основе этого приказа создавали штрафные батальоны, которые бросались на самые трудные участки фронта, где штрафники могли смыть кровью свою вину. Бои на советско-германском фронте летом 1942 года не позволили германскому командованию осуществить план молниеносной войны, что формирование основ для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. А сейчас переходим к нашему домашнему заданию. Параграф 25. Вопросы 1-6. Кроме того, можно начать создание летописи Великой Отечественной войны. До новых встреч!